Всем добрейшего времени суток, с вами снова Гараныч, 27-я часть видеопрохождения игры Metro Last Light. Она называется «Ребенок». Как-то так выбираемся на поверхность. Вверх. Воздух. Вверх. Черный. Вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Так. Я буду идти там, где сияние. Но рядом с тобой. Продвигаемся. По пути наименьшего или наибольшего сопротивления. Что хотел сказать? Всем троллям, которые там всякую херню несут. Один сказал, что мне гвоздь надо в голову вбить, блин. Трудовик, ёпта мать. Из пионерского лагеря, блин. Короче, заблокирован к ебеням сразу же. И чушь. Чушь вообще нести на канале не надо. Мат вообще как бы не приветствуется. Абсолютно никак. Тоже буду блокировать. Нет, конечно, минусовать можете, блядь. Обер, штурмбар, фюреры. Фу, блядь. Как они это произносят, хуй знает. Вот. Не пошли бы все в жопу, а? Со своими этим самым пиздилайками. Не нравится? Купи игру и играй на. Достали уже. Ладно, все. Я помогу видеть. Так, ну вот одна из способностей нашего нового друга. Нам показывает, где вражины собрались, соответственно. Кстати, вы заметили, понимаю, оружие не эпическое какое-то. Я даже бояться. Не знаю, как оно называется. На основе автомата устал. Калашникова, хотя вряд ли. По поводу комментариев, другие, ну, люди народ, ну, сколько вы можно можете убить всех. Говорить по поводу того, что я пойду комментарии с тобой. Просто... Ты знаешь, нужное мне, пока не могу понять, что-то важное. Когда там очень много диалогов, я вообще ничего не говорю, потому что, ну, сами понимаете, опять же, начнутся там разговоры по поводу того, что вот, не комментирую, когда там диалоги. По поводу стрелялок, когда мы там кого-то мочим. Да, могу прокомментировать, но в некоторых моментах просто пропадает атмосферность игры. Если там буду говорить непонятно о чем, это тоже как бы не очень хорошо. Во-первых, а во-вторых, знаете, вот здесь много голодных. Я как бы делаю это видеопрохождение, где хочу, делаю комментарии, где хочу, не делаю. Вы все носите вещи. Ладно. Итак, мы пробираемся хочу, через... Я тоже хочу, как ты. По поверхности бывшего города под названием Москва. Куда мы идем, я не знаю. Да ты-то откуда взялся, родной? Лечилка. Да, и кстати, по поводу комментариев, когда будет следующая часть. Народно. Мне иногда спать-то надо. И по поводу того, что я говорил о предыдущей части, то, что как бы коридорность, все дела, но
Да, она есть, она присутствует. Ну, согласитесь, вот движуха уже пошла. То есть мне уже не важна эта коридорность. Я как бы даже с учетом того, что я делаю видео прохождение, то есть я полностью не погружен в игру. Это шикарно. Смотри, так, это был Гарныч и 27-я часть видеопрохождения игры Metro Last Light. Всем спасибо за просмотр. Опасайтесь постов, которые меня разозлят. С вами был Гарныч. Спасибо. Пока. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба.